Река Березовая, центр города Кисловодска, процветающего города. Вот это вся набережная вот в таком бардаке. Это город процветает. Это буквально 500 метров от администрации города. Вся река грязная. Вчера, по-моему, в Ставрополе администрация города занималась уборкой русла рек на территории города. А в Кисловодске, по-моему, они еще и не думают этим заниматься. Весь город, улицы и реки вот в таком бардаке. Дворников не видно. Зарплата у них 20 тысяч, а работать некому. Работают 2 часа в день в центре, на курортном бульваре. Ну, вот такие цветочки, клумбочки сделали. Ну, это молодцы. Это радует, что рядом с бардаком сочетаются вот такие клумбы необычные. Сити-центр Кисловодска. На той стороне такой же бардак. Фотографии размещены на моем канале. Надо Кисловодску обратить внимание в конце до концов на наведение санитарной очистки города. А потом уже говорить, что он процветает. Ну и по поводу тротуаров. На Губина после 16-й школы дорогу заасфальтировали, а на противоположной стороне тротуар разбитый, плохой. Сегодня женщина шла на шпильках и упала. Поэтому надо и на тротуары внимание обращать. Здесь тротуары, как мне сказали, что когда будут асфальтировать дорогу, тогда будут тротуары делать. Ну, а что тогда на противоположной стороне, где школа, там сделали, плиточку положили, а на другой стороне не соизволили заасфальтировать. А теперь мы не дождемся, раз уже дорога заасфальтирована, значит и тротуар на другой стороне будет плохой, и люди будут, женщины будут падать. Ну все, до новых встреч!